Уже второй год Конгресс принимает участие в организации памятных мероприятий, приурочен к очередной дате памяти жертв Кавказской войны и вынужденного переселения народов Кавказа. Мы считаем, что крайне важно сохранять эту память. Кроме того, мы считаем, что крайне важно изучать историю, достоверную историю, для того, чтобы делать соответствующие выводы с целью недопущения ошибок прошлого в будущем. В этом году в условиях ограничений мы сделали мероприятие, которое планировали более масштабным, камерным. Дата, безусловно, одна из самых важных памятных дат в году. И Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс счел нужным найти новую форму, придать новое звучание этому дню. Цель мы перед собой поставили – найти новый атрибут, аутентичный, который присущ именно нашему этносу, этносу Абаза, найти форму, которую мы могли бы красиво отдать дань памяти жертвам, отдать дань памяти тем, кто сегодня не здесь, не на нашей земле, кто через море. Символ Ащамака – это символ того, что здесь, на этой земле, живут традиции, здесь, на этой земле, помнят о тех, кто ушел за море. И мы видим эту свечу как некий символ, символ маяка, символ древа жизни. Хапсадгил, хапсора чутсни, а шокургиларах, эти шокургилара, убри хаз хотсоб, убриезе, хакпароб, убриезе, это хазар хай башироб, и кахсо шо убриоб, есть харистахо убриоб, мамзар шуксикала, мушка хайзена, яхгола харшона, паткала гарзкатона, насадрюшни, хашто азар, убри хпепш, аказия хотсоб. Абри мышка агузам сасгуана гарла, эссишкусам чебжик абри языкна, эйзера кокацана, проект кокацана, хайвилар абранти им пыш тазипш, что арагарам юка хапшару. Сегодня такой день, когда наш народ, народ Абаза в общей массе насильственно были изгнаны с нашей территории. Я считаю, что в этот день всем необходимо почтить память наших предков.